Одному парню дали задание очистить один из вагонов цистерн поезда, который перевозит жидкости. Парень использует пароочиститель, чтобы почистить цистерну паром. И, естественно, он ее перегревает. Затем начинается дождь, парень закрывает цистерну и уходит. Из-за холодного дождя пар сжимается, и, как гласит легенда, вагон поезда сплющивает сам себя. Из-за вакуума? Точно. Это наша экспериментальная крошка, наш вагон-цистерна. Это самый большой пароочиститель, который мы видели. Миссия выполнена. Все закрыто, и отсчет времени перед катастрофой пошел. Начинаем дождь. Он даже не шевельнулся. Давление достигло 700 миллиметров и не сдвинулось, как и сама цистерна. Поэтому по наступлении часа... Вот и все. Они нехотя признали поражение, повернули рычаг и вернули воздух обратно. Думаю, надо признать, основываясь на результате, что легенда разрушена. Обычная цистерна даже под невероятным давлением просто так не схлопнется.